Доброе утро, граждане Республики Астам. Тут не знаю, что-то вот уверен, что нужно записать это видео по уровню дохода для солидарной пенсии. Это касается тех, кто выходит на пенсию в 23-м, 24-м и 25-м году, то есть на 3 года вперед. Если мы посмотрим вот разные года, какие нужно будут доходы. В 24-м году доход может быть 7 миллионов примерно 200, в 25-м 7 миллионов 600, в 23-м 6 миллионов 900, примерно вот у меня здесь более точные цифры. Что я предлагаю вам сделать? Значит, запомните, в 22-м году есть налоговые льготы. Налоговые льготы есть, дешевле. И еще нет обязательных пенсионных взносов работодателя. Значит, вот смотрите, если вы, у нас остался какие месяца в 2022 году? Октябрь, ноябрь, декабрь, сейчас у нас 15 октября, да? То есть за 3 месяца, если закинуть обязательных пенсионных взносов, подтвердить это официально налоговыми декларациями или патентом, по 200 тысяч октябрь, ноябрь, декабрь, набрать тем самым 6 миллионов, ну 600 тысяч пенсионных отчислений, подтверждает доход 6 миллионов. Если инвалиды, то вы не платите пенсионное отчисление, это еще дешевле, там социальное отчисление. Если вы покажете такой доход именно вот в 22-м году, это будет дешевле. То смотрите, в 25-м году, я взял самый большой показатель, в 25-м году нужен будет доход 7,5 миллионов, ну 7600. То вот эти 600 тысяч, которые вы перечислите, потом 23-й год можно платить по минимуму по 7 тысяч тенге, 23-й, 24-й год. И даже вы в этом случае будете иметь доход официальный, сформируете 7 миллионов 680, то есть даже больше. Если будет чрезвычайная ситуация, повысит МРП или размер дохода, у вас всегда будет еще резерв первой половины 25-го года доплатить, ну, кто выходит, может в 24-м году доплатить. Потому что сейчас, в 22-м году, я знаю, что будет в 23-м году хотя бы первого половины, да? А вот что будет в 24-м, 25-м, я не совсем понимаю. Поэтому, если вы сейчас, кто уходит в 25-м году, эти 36 месяцев, которые нужно принимать для дохода, октябрь, ноябрь, декабрь 22-го года уже входят. Вот я взял, смотрите, если мы возьмем с июля 22-го года, 36 месяцев будет заканчиваться июнем 25-го года. То есть оплата вот в этом квартале, октябрь, ноябрь, декабрь, они будут активны и для тех, кто выходит в 22-м, 23-м, 24-м и в 25-м году, потому что они войдут в вот эти расчетные 36 месяцев. Если вы это сделаете, да, и я вам напомню, что это самые льготные периоды, то просто они, деньги, не исчезнут никуда, если вам не хватает отчисления. У кого хватает, то не переживайте. У кого не хватает, вот это нужно сделать. Почему? Потому что с 23-го года, если вы будете даже по минимуму платить обязательное социальное отчисление 7 тысяч тенге, вы будете платить еще обязательные пенсионные взносы работодателя 3,5 тысячи тенге, то есть 50%. Потому что пенсионное отчисление 10% из вашей заработной платы, а обязательные пенсионные взносы работодателя 5% на вашу заработную плату. ИПшники будут платить и то, и другое. Да? Кроме того, еще социальное отчисление, медицинское страхование и так далее. 7 тысяч превращается плюсом еще 13 686 тенге примерно. Да? Это получается 7 плюс 13, получается 21 тысяча условно. Я не специалист по налогам, хотя работал в налоговой инспекции, но не хочу за этим заниматься, мне это не нравится, претит. Может, со временем придется этим заняться, но вот я как бы со специалистом создал примерно такую таблицу, много видео на канале, как эти таблицы. Но я вам хочу сказать, что в следующем году надо будет платить на 50% больше, чтобы подтвердить доход. Поэтому выгоднее это сделать в октябре, ноябре, декабре. Вот я специально это сделал так вот. Да, потому что 36 месяцев, если мы берем, например, ИПшник, да, с июля 22 года, уже прошедший период, включая октябрь, ноябрь, декабрь 22 этого года, туда войдет в эти 36 месяцев и 23 год весь, и весь 24 год, и первая половина 25 года. Поэтому вот моя рекомендация, она подходит для тех, кто выходит и в 22, и в 23, и в 24, и в 25 годах. Делайте это дешевле, потому что государство не просит сверх.
больших, она не просит больше, она не просит меньше, она говорит, заплати мне ровно столько, я тебе компенсирую возвратом и начислением пенсии. Поэтому особенно это касается людей, у которых ну, сложные финансовые условия, я понимаю вас прекрасно, но если вы сейчас не заложите условия для повышения вашей солидарной пенсии, которая уплачивается пожизненно из государственного бюджета, ежегодно индексируется, то потом на что жить? Вот у нас с каждым годом силы все меньше и меньше, возможности все меньше и меньше. Да, дети, дай бог, вы сами себя обеспечили, но деньги не будут лишними. Поэтому если сформируете вы необходимый доход для солидарной пенсии, это можно сделать вот сейчас, октябрь, ноябрь, декабрь. Я вам рекомендую. Максимально платеж обязательных пенсионных взносов ежемесячно 300 тысяч, можно и по 300 тысяч платить, да. Но это желательно через патент, через открытие ИП. Для госслужащих, у которых есть проблемы с доходами, значит, вы имеете право осуществлять консультативную деятельность, издательскую деятельность. Посмотрите список, что вы можете. Заявите это, потому что если вы покажете доход, у вас будет больше солидарная пенсия. Но смотрите за стажем до 98 года. Вот пересмотрите свои документы, чтобы было на стол, было бы чем умножать этот доход. Да? Поэтому вот, чувствую, что это видео кому-то понадобится. 22 год – самый дешевый год. Следующий год будет выше. Почему он будет выше? Потому что так или иначе мы сближаемся в евразийском пространстве с Россией. И все подтягиваются до уровня налогообложения России. Вот так это произойдет в любом случае. Соответственно, здесь больше налогов. В России просто больше налогов. Казахстан имел самую низкую налогооблагаемую базу. Теперь он до нее поднимается. И поэтому налоговое бремя с годами будет выше. Конечно, будет и благосостояние расти, что несомненно. Но сейчас это сделать просто дешевле. Вот такой мой совет. И помните, на пенсии жизнь не заканчивается, она продолжается, но в другом качестве, когда мы можем уже заняться наконец собой. И чтобы удовлетворить собственные потребности, нужно вот это пенсионное обеспечение, которое снимет бремя хотя бы забот о коммунальных услугах. Все остальное в наших руках. С вами был Белялов Сергей. Давайте жить богато на пенсии.